Я салют индивид на проводе. Вот сегодняшний наш выпуск про Пракшалану. Как чистится сода. Кстати, это сода с большим содержанием Е500. Есть крымская, в ней меньше содержания. Но это на будущее. Итак, быстрее начнем наш процесс. У меня здесь есть 2-литровая баночка. В нее я заправляю 3 ложечки нашей соды. Наблюдаем, да? 1. 2, 3 с небольшими горками. Беру кипяток. Вот он дымит, вот она, моя сода. И гашу ее. Почему я взял 3 ложки? 3 ложки рассчитаны на 3 литра. А у меня емкость 2 литра. Дело в том, что сначала я буду пить высококонцентрированную жидкость, а затем ее со временем мне придется разбавлять, чтобы она оставалась температурой, выше температуры тела. Это важный момент, чтобы она быстро проскакивала, не оставаясь в желудке, и по кишечнику там чистила, делала свои дела. Вот. Когда сода разбавилась, я еще раз это сделаю ложечкой, чтобы увидеть, что нет остатка. Вот. Я ее разбавлю холодной водичкой. В моем случае это талая вода. Да, это лед. Вот, кстати, рекомендую пить талую воду. У нее меняется структура, там она, короче, совсем не такая, даже которая в родниках, мол, не такая вкусная. Не такая полезная. Вот. Значит, вы, наверное, не видите, да? Что такое? Там прошла она. Спрашивает меня Оксана. Так вот. И начинаем. Пить. Горячевато. Такая концентрация не слабенькая такая, я вам скажу. Друзья, ребятушки. Одну выпил. Сразу делаем вторую. Вот, и сразу прикидываем, да, у меня это чуть горячей, значит, сюда чуть добавлю, а это так оставлю. Да, имеешь соображалку. Так. Дальше можно будет по одному стаканчику и между стаканчиками делать серию упражнений. Упражнения состоят из следующего комплекса. Упражнение номер 1. Мы просто бьем себя пятками. Думаю, по 20 раз будет отлично. 20 ударов, 20 наклонов. Поворотов корпуса. Дальше рекомендуется занять удобное положение, вот так вот сидя, и вот так вот продавливать. То есть просто кулаком будет сложно давить, если мы будем подавливать ногой, да, в положении сидя. Да, в таком, да, положении.
надо будет лучше намного. Вот, предварительные процедуры. В моем случае можно не есть один день. Я вот почти 2 дня не ем, сегодня второй. Вот. То есть легкое питание, преимущественно фрукты. Даже никаких орехов, никакого алкоголя и никаких других тяжелых, сложно выводящихся продуктов питания и не только. Вот, на даче так поделаю, буду бегать в туалет. И в итоге на выходе будет вода, я попью еще немножко воды. Сегодня есть не буду. И завтра уйду в сухой голод. Так, вот это происходит. Все, во благо вам. Благодарю. Лайк, подписка.